Всем привет! Сегодня я буду удлинять платье с помощью кружева. Кружево обязательно нужно постирать и прогладить, чтобы оно в дальнейшем не село. У меня кружево льняное из натуральной ткани, а оно при стирке сядет обязательно. Платье из ткани батист. К нему я буду пришивать кружево. Отступая от края сантиметр, пришиваю кружево в перевернутом состоянии. Вот смотрите, вот оно у меня так. После этого я выверну, подверну краешек, и мое кружево окажется под вот этой кромочкой, как будто на подъюбнике. Скалываю кружево булавками и притачиваю. Соединяю концы кружева на машинке. Подгибаем этот край внутрь и подшиваем потайным швом. Таким образом у нас получается удлиненное платье с кружева. Низ я подшила потайным швом. Вот платье так выглядит. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал.